Дорогие друзья, всем привет! В социальных сетях я выложил фотографию морских ежей. И мои друзья стали интересоваться, что это, как это, с чем едят. В общем, было масса вопросов. И вот мы решили снять видео, как морских ежей, как этих морских ежей собирают, как их едят. Сейчас мы покажем. Мы уже сразу скажу, что мы уже морских ежей собрали. Вообще их собирают по отливу, вот, в камнях, под камнями где-то вот там. Собственно, еще раз хочу сказать, что мы уже собрали, то есть сейчас уже начинается прилив. Как раз таки я вот сижу на таком вот, вот на этом камне, я надеюсь, видео получилось. Вот с этого камня я, по-моему, 7 штук мы собрали, ну там на видео должно быть, если получилось. И, дорогие друзья, это видео специально для вас. Вот под камнем ищут, вот смотрите, вот из-под камней, вот, вот в таких местах они вырастают, вот там маленькие. Сюда сейчас будем дегустировать, сейчас еще найдем парочку исключительно для дегустации. Вот, смотрите, вот. Вот. То есть я вот приподнял камень. Поднимем вот это, попробуем, посмотрим. Вот сюда, вот еще, вот уже два, вот буквально. То есть, да, то есть есть такое выражение, как тихая охота, когда ходишь по лесу, собираешь грибы, ищешь грибы. А это можно сказать, как тихая рыбалка. Ходишь вот под морской капустой. Вот растет, она растет, это морская капуста. Вот сюда я вот положу. Вот, вот, ого, вот этот хорошенький. Вот, друзья. Употребляют в сыром виде. Ну, кто-то еще запекает в духовке, как картошку. Да, но самый смак, самая польза. В Японии это считается одним из самых таких главных деликатесов. То есть вообще морские ежи, то есть по вот такому уровню можно сравнить с устрицами. Но устрицы знают во всем мире, да, собственно говоря, и морские ежи тоже знают во всем мире. Это еще раз повторюсь, вот в Японии это все вот считается. Видите, присосались морские звездочки, растут, пусть растут. Какие-то присоски. Вот, вот, смотрите, ежи, но это маленькие. Маленький, вот так камень. Маленький. Угу. Вот, друзья, вот они закопались, как грибочки, надо их. Вот этот хороший, смотрите, сейчас мы его, вот как раз этого и большого, и употребим. Так, пусть
Вот еще. Вот под камушками. Вот, нормальный. То есть вот, друзья, буквально сколько? Минут 15-20, и ты уже насобирал. Ну, как говорится, да, вот, вот между камушками. Ну, то есть так же, как любая другая полезная вещь, то есть злоупотреблять, как говорится, вот она. Вот он, морской еж. Красивые они. В расщелине, вот в камушках. Подожди, тут два. Давай я вот. Подожди, подожди, вот. Вот он, вот он. Вот, можно вот так камушки. А, вон. Ой. Вот, да, вот. Тихая рыбалка. Там еще один, да? Вот здесь. Камушек отодвинуть, да? А, вот. Вот здесь еще один. Ну вот, смотрите, вот в одном месте. Давай, дорогой. Вот, вот. Там, наверное, еще есть. Ну ладно. А вот, вот, вот смотрите. Вот. Ну давайте еще, чтобы, как говорится, для чистоты эксперимента. Ну все, друзья. Вот он, вот, кстати. Ой, маленький. Ладно, пусть. Ну, так вот, вот, это вы. Смотрите, с одного места. А вот еще. Семейство. Еж, ежиха, ежова теща. Ежова тетка. Осталось. Ну давайте еще вот. Маленькие еженята. Еще для, чтобы вот уж чтобы эксперимент, как говорится. Ну, это ракушка. Прям вот под камнем. Вот я нашел вот морскую звездочку. То есть, ну смотрите, с одного места вот буквально. Вот здесь еж. Ёшкин кот. И вот с этой стороны еще. Нет, еж. Вот с этой стороны еще. Ой, красавчик. Вот, вот этот хороший. Ну вот из-под одного камушка валуна. Насобирали. Ну я думаю, если сейчас еще и заострить на этом камне внимание, можно еще. Но достаточно, друзья. Друзья, и давайте продегустируем. Вот еж красивый, зелененький, я сполоснул. Вот аккуратненько можно вот простучать. Вот. Вот. Можно простучать. Еще удобно ножницами. Открыли. И вот икра, смотрите, красивая икра. И прямо вот в таком виде, вот в сыром виде. Полезно очень в сыром виде. Идет прилив. Друзья, всем спасибо. Всем хорошего настроения. Надеюсь, мы по морским ежам смогли вам объяснить. Всем спасибо.